Вопрос о соотношении Куман-Кыпчак, вот этих вот этнонимов, до сих пор остается непроясненным, потому что нам не удавалось встретить совместное употребление этих двух этнонимов. Если мы обратим внимание на ногайский фольклор, оно было зафиксировано в ногайском эпическом произведении, которое называется «40 ногайских богатырей», «Ногайдон Хыркбатыры». Певец обращается к своим сородичам и говорит «куманульке кыпшагым», то есть «кипчаки, жители страны куманов». Вот это очень интересный пример, потому что, ну, во-первых, само произведение восходит к половецкой эпохе явно, и представление о том, что это вот ногайские земли, оно позже вот в ногайской среде уже было наложено на вот эту вот основу, которая возникла среди половцев. Во-вторых, явно это все происходило в той же западной группе половцев.